Я хотел бы еще сказать вот о такой проблеме. Мы о ней уже в студии говорили про эту проблему. Она сегодня начинает приобретать черты такие негативные. Вступил в силу закон о специальной оценке условий труда, и многие предприятия сегодня уже завершили процедуру специальной оценки условий труда. И у людей в результате ее проведения отобрали надбавки за вредные условия труда, отпуска, льготные пенсии. Почему такая взаимосвязь? Потому что закон, вот когда он принимался... Закон предполагал, что это все секвестирует у людей. Да, он именно для этого и принимался. То есть, правда, депутаты у нас. Правда, никто работают. Это не формулирует так, как мы говорим просто, да? Давайте говорить правду. Я вас к этому призывала перед началом эфира. Я вам очень благодарна, что вы это делаете. Мы об этом законе говорили еще 2 года назад, когда он принимался. И здесь мы поднимали эту волну. К сожалению, территории России не поддержали эту волну. И закон был принят. Но это была определенная воля государства. Переложить плечи ответственности за льготные пенсии с государства на работодателя. При этом работодатель больше платит взносов в пенсионный фонд за льготных пенсионеров, но у него есть определенная отдушина. Если по результатам вот этой процедуры спецоценки он получает класс 2, то он может не платить, а соответственно работник теряет право на льготную пенсию.